благодарим Тебя, Боже, сейчас за Сына Твоего, за драгоценную кровь Иисуса Христа, посредством которой мы имеем эту свободу приходить в Твое присутствие, взывать к Твоему святому имени, обращаться к Твоему престолу, Боже. Спасибо за Твою жертву, Иисус, за те мучения и страдания, которые Ты понес, из-за любви ко мне, из-за любви ко мне грешному. Ты умер за мой грех. Ты предан был, пошел на крест. И мучим был за чужой грех. Ты распят был и пригвождён, и не было надежды больше то. Ты предан был за мой грех, Господь. Ты предан был, пошел на крест. И мучим за мой грех, за чужой грех. Ты распят был и пригвожден. Не было надежды больше то, но в третий день отвален камень был тогда, гробница-то пуста, жизнь победила. Иисус Спаситель наш воскрес и доказал свою любовь ко мне. Иисус Мессия, Иисус Спаситель наш воскрес и доказал свою любовь ко мне, Иисус Мессия, Иисус Мессия, Иисус Мессия, Иисус Мессия. Я буду жить в Тебе, Господь, я буду жить и помнить. Жизнь мою, как возлюбил, как пострадал, какой ценой свободен я. Но в третий день отвален камень был тогда. Гробница-то пуста, жизнь победила. Иисус Спаситель наш воскрес и доказал свою любовь ко мне, Иисус Мессия. Но в третий день отвален камень был тогда. Гробница-то пуста, жизнь победила. Иисус Спаситель наш воскрес и доказал свою любовь ко мне. Иисус Мессия, Иисус Мессия, Иисус Мессия, Иисус Мессия, Иисус Мессия, Иисус Мессия, Иисус Мессия. Страха больше нет, ведь смерть побеждена, и лишь одна любовь и истина. Во
прославь царя царей, всей силой прославляй, ведь спасена душа, Иисус Мессия. Страха больше нет, ведь смерть побеждена, и лишь одна любовь и истина. Прославь царя царей, всей силой прославляй, ведь спасена душа, Иисус Мессия. Иисус Мессия, Иисус Мессия, Иисус Мессия. Но в третий день отвален камень был тогда, гробница та пуста, жизнь победила. Иисус Спаситель наш воскрес и доказал свою любовь ко мне, Иисус Мессия. Страха больше нет, ведь смерть побеждена, и лишь одна любовь и истина. Послать царя царей, всей силой прославляй, ведь спасена душа, Иисус Мессия. Иисус Мессия, Иисус Мессия, Иисус Мессия, Иисус Мессия, Иисус Мессия, Иисус Мессия. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за это чудесное время, когда мы можем все вместе прийти и поклониться Тебе, нашему великому Богу, Царю царей, Господу господствующих. Спасибо Тебе за этот день, Боже, спасибо за то, что мы живы, за то, что мы можем прийти, мы ни в чем не нуждаемся, Боже. Мы, потому что Ты, Господь, усматриваешь все наши нужды, мы можем прийти, поклониться Тебе, Боже, насладиться, Господь, Твоим присутствием. Мы можем вкушать Слово Твое. Господи, преломи сегодня Слово, накорми нас, Боже, Господь. Дай нам, Боже, Господь, идти за Тобой, двигаться Тобою, Боже, Господь. Мы благодарим Тебя и просим, благослови проповедующего. Благослови наше собрание, молимся во имя Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь.